Почему не все яблоки одинаково полезны и какой вред наносит природе обыкновенный воздушный шарик? На эти и другие вопросы отвечали школьники Покачей. В городе прошел конкурс учебно-исследовательских и творческих работ «Юность в науке». Свои исследования представили почти 50 юных ученых. Так, одна из участниц исследовала воду в городском водопроводе и выяснила, жители какого района пользуются самой чистой. Вообще зависит от труб, так как чем старее трубы, тем вода имеет большее количество железа. Поэтому надо, если в вашем доме имеются старые трубы, нужна обязательно фильтрация, чтобы фильтр пропускал все эти ионы железа и чтобы вы пили чистую воду.